Siemanko, witam wszystkich. Ja jestem Mist, to jest Metro Last Light. Bez zbędnego gadania kontynuujemy. Więc tak, ostatnio uciekliśmy z obozu faszystów. No w sumie tak nie do końca, bo tam nasz kompan Paweł został pojmany. No i zapewne postaramy się go uwolnić. Я знал, что не бросишь меня. Мы ж с тобой как эти, как мушкетеры. Один за всех и все за одного. Я тебе по гроб жизни. Достань только меня отсюда, а я тебя к твоим выведу в два счета. Дьявол, это за мной. За мной идут. Навешивай. Давай, брат, не подведи. На тебя вся надежда. На выход, крыса краснопузая. A więc dalej. Miałem tu tunel chyba wentylacyjny. No bardzo fajnie podoba mi się design w tej grze, tego metra całego. Fajnie bardzo jest to klimatycznie stworzone, tylko zastanawiałem nieraz te momenty właśnie tak jak ten obóz koncentracyjny. O, koncentracyjny, Jezus Maria. W jakim celu został wykonany, zostało to wykonane w metrze? Сундук без охраны. Скажи, Майя, а что ему сделаешь? Ну как, Адольф? Закончил там? Не искрит? Хрена лысого тут закончил. А я говорил. Нечего того с клешнего было в концлагерь отправлять. От него хоть польза тут была. Мало ли что урод. Ничего, скоро нормальных электриков наберем. Ганзу вздрючим. Будут тебе и электрики, и жиры, и чё хочешь. Что? Wyłączmy światełko. Внимание, проверка постов. Ферма, есть кто живой? Ale wyłączmy jedną rzecz w opcjach. Celownik właśnie. Wkurza mnie to strasznie w tej grze, że to jest celownik włączony. Po to mam przyrządy optyczne, żeby celować. Nadzieję, żeby mieć jakiś celownik. Postaram się wyeliminować po cichu. A on machnie się, dobra. Będzie górą zaatakować może. Słyszę, jak biegamy. Dzień dobry panu. Ciekawsze jest to, że tu nożem się już bardziej śmiertelny niż dentalne generalnie. Była max amunicji. Мужик,
пощади, не убивай. Бери все, все, что есть, только не убивай. Прошу, не убивай. Над своими же издеваются. Падлы. Как же я ненавижу эту жизнь. Люди, совсем Чикаго. Что звери? Я не знаю ничего. Оставь меня. Я молчу. Внимание, режим повышенной готовности. Так. Ты пошел на вас, может, плохо. Сохраняйте бдительность. По подозрительным лицам огонь на поражение. Смена караула через полчаса. Слыхал? Ты б хоть ствол достал по уставу. Стоишь тут как пугало. Ну, как ты грешмешим, я тоже огни не видим. А их видео досконало. Так само, как видим этого гостя. Вот он тебе поможет. Я думаю, это трохи... Трохи посыса, он факт. Бедок не ничего себе. А дальше, ну, куры, да. Все у вас так собой попаки. Трудно. Что будет обсуждать, так? Приведешь, а его помилуют еще. И тоннели рыба. Помилуют, ага, сейчас. Петля же ждет. У нас без сюрпризов. А что там смотреть вообще? Дергается, по ногам мочащий. Тоже мне зрелище. Чего мы не видели-то? Для тыловых крыс самое оно. Дисциплинируют очень. Ладно, хрен с ним с краснопузом. Может, с козла пожалуй? Ставлю патрон. На все метро. Ну, а короче, мы не себе звали. Готов. Красные атакуют! Ну, курва! Nie bardzo, nie bardzo z tym nożem. Szkoda. I... No, gaśmy to światło. Będziemy jeszcze mniej widoczni. Ale, a... Ruch, który nie będzie miał polał.
Ола. Ой, что курва дальше. Гранаты ты ж пиздил. А, ту, дай мне. Ну дай, дай. А, курва, не доставил. No. И уволились мы нашего приятеля. А, брат, ты можешь жандать, что ли, хочешь? Не снимаешь себе? Давай, там, отбор, что мы вампиры. Kurwa, to ja wojskową amunicją strzelam? Do chuja pana. Tam się kurwa wystrzelał amunicję, ja pierdolę. Strzelałem pieniądze. Trudno. Ja wytащил Пашу из петли. A on обещал доставить меня как можно ближе к полюсу. Дальше все ясно. Спасибо, Артём. Как мы их, а? Один за всех и все за одного. Он варка за футбол пойдет. Любимая книжка не в отлично. Детстве была. Мечтал мушкетером стать, как вырасту. Так, времени в обрез. Идем до театральной, а там ты в полис, а я домой на красном линии. Странно только, что они отстали. Еще и ворота елки-палки. Чего бы это? Поглядим еще, кто из нас спокойнее. А, ладно. Отступать некуда, позади Москва. Двинули дальше. Стой! Вот чего свет вырубили. Пауки терпеть его не могут. Так, инструктаж. Одних пуль тут будет мало. Но раз эта сволочь света боится, его и применим. Теперь, Артем, главное, не выключай фонарь. Без него хлебнем. No kurwa, bez jaj, że musimy się przedzierać przez gniazdo pająków. Przecież ja nienawidzę pająków. Zawał! Похоже, рванули туннель. Видно, пулями не смогли остановить. Да. Погоди-ка, сквозняком тянет. Значит, есть выход. Артём, помоги, помоги открыть! Też pimpam to. Ale wbijaj. I... A pałciny to szagu nie stupić. Эта мелюзга такое устроить не могла. Наверняка есть твари побольше. Главное их не разбудить. Черт! Они уже близко! Постой, Артём, не торопись. Теперь осторожнее. Тут все вроде чисто. Пошли! Ненавидя курва паянку. Шахта! Да, высоковато. Так просто туда не подняться. Так, будем надеяться, лифт не подведет. Генератор в порядке. Чисто. Степенно. Прошу, покатаемся. Ну, поехали. Это
Самое. Какого? Что с ним? Еще почему встал? На стыду говно нет. Предохранитель, что ли? Черт! Да, ну, давай! Услышали нас, суки? Черт, в самое логово попали! Хуже за мать, что за дженк. Twórca to miał inwencję, kurwa, z pająkami. No, jak nie, nienawidzę pająków w grach. Jezu! Co to, kurwa? Ja pierdolę. Programówka? No, a jak? Przynajmniej hajsu czy coś, nie wiem. No. Nic ciekawego tu nie ma. Tym razem. Высоковато. Не дрейф, Артём, прыгай! Двинули! Ну, тут есть, конечно, проблем. Снова они! Артём, не подпускай их, а я поищу, как перебраться. Нормально, сгодится! Ну как? Ну что ж я там скурила? Артём, давай сюда, подсоби! Ну да, знаю, жпи там. Skaczemy jak Kozakiewicz, tak? Ajda za mną! Koleś! Я подсажу! Они внутри! Артём, руку! Эх! Скорее! Ноги в руки! Сюда! Колыш, не так ладно, курда. Дождаешь. Спердам от этих панков, я курва найдали бы тут. Нихуй. Ни холеры. Артём, ты цел? Давай, надо уходить. Свет, бегом туда. Что, твари, не нравится? Но здесь они нас не тронут. Да рады тебя спалить? Эй, как тут так? Как я вам тут шаюсь? Артём, погоди! Хреново без фонаря! Скрипчик! Дай хоть факел сварганю! Раз, два, три! Ёлочка, Гэри!
Половина батареи. Ладно, двинули. Ты не на бейдер повторил? Celowanie bez przyrządów celowniczych w trybie stalkera to byłoby dość trudne. Z zwykłej szerwinki już lepiej korzystać i strzelać na ślep. Generalnie chyba. Wow. O ty wy. Wypierdzalał. Kurwa, jak w pierdolonym ulu. Nienawidzę pająków. Jak ja was kurwa nienawidzę. Czurda z dwa, tu elektrozamok. Prowada wot туда ведут. Слушай, вертолет. У тебя фонарь, так что двигай по проводам. Где-то там должен быть щиток. Попробуй в него зарядник воткнуть. Что, я вам сам запит... запитать, не, ну, без яй. Być może, ale wolałbym unikać tego scenariusza, który był opisany przez mnie w tym czymś. Pewnie wyjdzie jakieś wielkie skurwysyństwo. Ja myślałem. Tu jest pierwszy kolega. Ale koleś. Nie boi światła. Mogę mieć oczy dookoła siebie. Tak. Wypadł. Bardzo dobrze. Kolejny. Dajesz, dajesz. Co, tyle wystarczyło? Być podobało się mi, ale... Jak najszybciej do naszego ziomka. O! Talent nie probijesz, malaciaga! Gotów? Dajcie spokój. O, możemy już odejść od pająków? A nie wytrzymam tego dłużej. Za mną! Но в конце. До театральной осталось совсем чуть-чуть. Вход в метро, судя по всему, должен быть где-то рядом. Но каким малым ни было бы это расстояние, нам предстоит пройти его по поверхности. А наверху каждый шаг и каждый вдох может стать последним.
Ну, добре. Чи вибіє мене точно? Прибули, Артем! Соберись, до темноти осталось всего ничего. Чи без тумні, конечно, можна. Как туннель обвалился, на театральную отсюда остался только один путь по поверхности. И задерживаться там до темноты определенно не стоит. Обжитое местечко. Повезло нам, Артем. Похоже, схрон местных сталкеров. Сталкеров. Это шерва, которую я вижу. А еще. Черт, фильтров маловато. А что? А, маска. Ну ничего, на наш век хватит. Не стесняйся, бери. Здесь все сталкеры, братья. Да, классные у тебя часы. Удобно знать, насколько еще воздуха хватит. Раскладная трава. Я слыхал, тут такое водится, что и пули не спасают. И без оригинального. Ты, конечно, стреляный воробей, но в таких переделках еще явно не будет. Так что помни, если хочешь жить, не расслабляйся ни на секунду. Чередак. Курва, трохи ясно. Ого! Вот это да! Слышал я про это место. На посадку уже заходил, когда рвануло. Видишь, здание, в которое он врезался. Вход на театральную там. А на поверхности-то все тает. Прям весна, Артем. Повезет, и до лета доживем. Так, погоди. Тут справа от самолета должен быть подземный переход. Сталкеры через него площадь обходят. Вон, по крылу можно спуститься. Да, недолго солнышко сияло. Как быстро тучами все затянуло. Ну, что души завалились? Слушай, же. Дождь. Артем, ты когда последний раз вау. Дождем? А, да, я. Курга. Це за кив'ятер тут. Реактивно тут. Так вам пальці гою, то мій пальці повиростає. Додаткове. Тут ніколи не ще потребує. Що ще? А, я про ще говорю. Смотри, щоб фонарик був заряджен. Прикривай мене і поглядай по сторонам. Ну, пошли потихоньку. Вау, о, Иисус. Старайся идти потише, тут говорят, что ты сталкивался. Конечно, настоящий Бенимаха. Мистик духов и остальную мистику не верит, но все равно пробирает. Давай на свет выбираться. Что-то завалило, что-то. Ну, давай, давай. Пробей служебное помещение. Артём, стой! Пригнись! Стражи! Простая! Видно, от бури бегут! Ох, чё я не утертела! Только тихо! Ты заметил нас, а нас надо будет видеть! О, сейчас буня! Урода! Что это? Да хуя! Пожалуйста, ты там все гадай, курва, я тут... Идем к самолету, пока новых не набежало. Пошли! Если гада, я мушу курва напердавать. Что случилось? А, дробовик нашел? Хорошая штука, пригодится. Помнишь, он за мной видел. Скрипчик. Далее, ну. Chodź gościu. Mam się skrypt pod pieprzami. Się zablokujemy. Słychał ja pro to miejsce wsiakę. Mol duszy pogibszych. Ciuszka, конечно. Grasz na rzecz mogę przed chwilą. Ja prikroję. Gdzieś gdzie panią. Zaklinila?
Давай вместе. Паш. Но. Так, Артём. Место это подожди, непростое, что? Так что не теряй головы. Ладно, пошли. Я хочу быстро. Сталкер один рассказывал. Это был рейс Майорка-Москва. Ну, семьи после отдыха. Я-то сам не на море не был никогда, ни в самолете не летал. Заебись. Курс 2 матч. Странно. Заебись, смотри, что будет с камней. Папань это отдай футбол. Черт, ты тоже видел? Артем, что это было? Живые, смотри, они живые! Кто живые, курва? Что такое? Еще что? Черт! Питания нет, двигатель заглох. EMP. Что за вспышка была? Спроси. Дайте площадку. Думаю, они... Нет, уже диспетчерская. Дементьево? Скорость какая? Электроника вырубилась. О, господи! Заебись, видок. Да что же это конечно? А что? Заебись. С моей перспективы заебись, никто не конечно. Шпал еще чего-нибудь пива. Мама! Мама! Что? Где? Ну, Артём, спасибо. Если б не ты, я бы так бы и задохнулся там, как остальные. Как этот вот. Давай убираться отсюда. Артём, давай направо. Вход должен быть за этим зданием. Может, на привычку, что я сама тебе слышу. Срежь его! Курва. Ауа. Чёртовы демоны! Будешь должен! Я что-то там АПшку за него разглядывал. Да не похерошил у нас, говоришь, мусор. Николаевич. Церковь, одна перфида. Да. Ну, зависит вон это. Почти так она-то будет зависит от вон. Ну, что я говорил? Умные заразы! А мы уже почти пришли. Готовься! Со второго этажа прут! Jezus. Problem jest taki, są szalą, że nie można celować. Wchodzę na teatralną tu, znowu, że... Znaczy się my, przycisk odpowiadający na przymierzenie, to po prostu wystrzelimy z obu obulów. Generalnie to jest problem. Co tu kurwa idzie? Dawaj! Ruku! Skorzej! Сейчас
еще набежит! Тут где-то рядом вход! Ale dalej. Скорее, они не отстают! Скорее! То запердали они. Открывайте! Скорее! Еще один! Открываю, курва, те врата.